попадает. Поглажу. Да, ой, крылом бьет. Ой. Ой. Это уже означает, что она вот, а то не пила, не ела, а теремалась, а? Моя рука тебя принесла и кормит тебя. Она же долбит. Ох. Вот, сегодня у нас 20 апреля 2024 года, суббота. У меня нынче появился один голубок. Я его звал Королёк, коричневый. Крылышки у него какие были, мы только что все его прочистили, он чистенький был, вот он. Ну, дня три назад мы его прочистили. Вот она. Но он не мог даже взлетать. Такой он был, дан, то ли возраст. И у него хвост вот этот вот. Вот так вот он, когда идет, вот так он его хвост. О, вот это он в настоящем виде видится. Вот такой вот у него. Ну, я его отдельно все время прикармливал семечками. И он стал все хуже и хуже и хуже. И причину вроде никакого. Старый, видно, состарился и так. Я сегодня его там, так это, ну, под крышу это называется, стропила. Под стропилу залазит и сидит. Его брать, вон какой. И крылья у него хорошие. Я-то все себе оставлю. О, вот он как, вот так он. Обычно он вот так вот выглядел. Вот какая, какие у него, сколько здесь больших крыльев. Вот она крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, 10, наверное. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 перьев. Это хорошие очень. И крылья длинные. Ну, ничего не сделаешь. Я уж всякое его тут и очищал. И отдельно его посажу, он не может залететь. Я его... И потом отдельно его кормил. Память хорошая осталась. А уже тут исхудал, исхудал, ничего нету. Ну, все тогда. Болезни нету. Голубей это все-таки 24 голуби. Помаленьку там самочки болели. Я так и не узнал, он, то ли она. Ворковал. Ворковал так незаметно. Как кто воркует так сильно-то? Гляжу, а он. Глаза зажмуренные, все уже. Такое вот строго коричневое. Это вот, я впервые держал такого. Вот такой он есть. Лохмоногие у меня были, всякие голуби. А вот такое, я даже породу его не знаю. А ноги-то у него вот они какие. Вот она, ножка. Она мохнатенькая. Он все это перенес. Ну, тут это засохло. Можно убрать даже. Вот она. Вот ножка одна. Ножка вторая. Надо уже засохло. И сверху, сколько у него перышек. То есть у него и ноги, все было закрыто. Он до них не мерз. Другие, которые полуголые, нет, а он достаточно такой был. Ну все, прощай, друг мой. Пусть все земли. И голова-то, видишь, он какой у него шинёнчик-то на голове? Угу. Вот он как. Давай. Он парит как. Вот интересно, сейчас я посмотрю. Вот здесь, на одном пере, у него есть... Такое, не коричневое. А здесь нету. Это означает, что он, видимо, от породы своей это маленько попортился. Не стопроцентное. Дальше у него все нормально. А вот это вот одно перышко на правом крыле. Вот оно какое. Я вам сейчас покажу здесь. Видишь, какое? Прям белое. С небольшой так это. Ну, вот такое дело. Голуби легко выводятся новые породы. Быстро это делается. Сегодня прихожу, я с ним разговариваю, он обычно вот так вот туда головой, ну, я же не вижу его там. Ну, когда начал уже кормить, все остальное, ну, что-то не движется-то. Я когда к нему туда рукой-то полез, я вижу, он уже
уже отошел. Все на этом. Ну, добрая все. Память. Я его Королек звал. Зайду. Королек, Королек, иди сюда. Он как бы над ними, над всеми самый красивый был. Вот все. Ну, Господь помиловал. Так, мне надо сейчас отпилить его.